самого первого дня я знал, что я просто изгой. Тогда какой смысл там находиться? Воплотить в жизнь мамины мечты. Наши с ней мечты. Это ее мечта, не твоя. Идем, покажу тебе кое-что. 3, 2, 1, поехали. Теряешь рассудок, либо выдыхаешь перед тем, как его потерять. Дэвид! Киберпанки славятся не своим жизненным путем, а смертью в лучах славы. Я возлагаю на тебя большие надежды.